Славянское радио. Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Томске в первом музее славянской мифологии состоялось главное музейное событие этого месяца – открытие межрегиональной выставки 12-го Сибирского фестиваля керамики. В проекте принимают участие около 100 лучших мастеров-керамистов из Узбекистана, Грузии, Казахстана, российских городов Новосибирска, Красноярска, Омска, Тюмени, Кемерово, Барнаула, Томска и Северска. Среди них опытные преподаватели и свободные художники, доценты кафедр декоративно-прикладного искусства российских вузов, члены Союза художников России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. На выставке в Томске будут представлены около 500 уникальных работ, демонстрирующих все разнообразие техник и жанров в работе с глиной. Посетители выставки смогут увидеть около 70 предметов декоративной и мелкой сувенирной пластики, образцы сервизов со знаменитой росписью в сибирском стиле, любезно предоставленных администрацией Богашевского сельского поселения и владельцами частных коллекций. Выставка открыта до 19 марта. Подробности читайте на сайте мероприятия. Гости и жители Петербурга могут окунуться в литературный мир города, пройдя по постоянно действующим маршрутам вместе с экскурсоводом. Петербургские сумерки снежные, взгляд на улицы, розы в дому, мысли точно у девушки нежные, а о чем и сама не пойму. Эти строки из произведения великого русского поэта Серебряного века известны всем. Каким же именно Александр Блок видел город на Неве, вы сможете узнать, посетив памятные места, связанные навеки с литературным гением. Петербург Гоголя. В личной и творческой жизни Николая Васильевича Гоголя Санкт-Петербург сыграл одну из ключевых ролей. Именно в этом городе, начиная с 1829 года, он начал делать свои первые, поначалу не совсем уверенные шаги на литературном поприще. На съемных квартирах города на Неве Гоголь написал повести «Пропавшая грамота», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь» и многие другие произведения. В Санкт-Петербурге на одной из литературных встреч молодому автору подсказал сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» сам Александр Сергеевич Пушкин. Петербург Достоевского. Одни представляют Петербург местом сказочным, наполненный историей город, по которому ступали цари и бунтовщики, с прекрасными дворцами, роскошными усадьбами и великолепными парками. Другим город на Неве представляется абсолютно серым, с нескончаемыми дождями и невозможностью попасть на другой берег из-за разведенных мостов. Однако абсолютно у всех Санкт-Петербург ассоциируется с Федором Михайловичем Достоевским, который увековечил город на страницах своих произведений. Подробности читайте на сайте мероприятий. Продолжим артефактами земель славянских. На Подоле археологи нашли предметы времен Киевской Руси. В столице археологи продолжают удивлять новыми уникальными находками. Пока на Почтовой площади продолжаются работы, где почти два года назад были обнаружены уникальная древняя улица и строение времен Киевской Руси, археологи, занимавшиеся раскопками на улице Кирилловской, уже планируют показать старинные находки в одном из столичных музеев. За это время ученые нашли множество необычных находок, а некоторые датируются даже VII веком. Это очень большая редкость и для древнего Киева. По словам археолога Вячеслава Баранова, на объекте были найдены разные предметы от XVIII до VII века. Например, мы нашли литейную мастерскую периода Киевской Руси, где делали разные бытовые предметы из бронзы. В
примеру, поясные наборы. Также на объекте находили разные остатки одежды древних киевлян, фрагменты пуговиц, поясных и обувных пряжек, датируемые XI-XII веками. Находили на объекте и игровые кости со свинцовыми вкраплениями и славянскую керамику VII-VIII веков, которая когда-то служила посудой. На улице Кирилловской ученые нашли участок мощеной древнерусской дороги, которая предположительно вела на Смоленск. Ее датируют XI-XII веком, и пролегала она через Киев, Вышгород и Чернигов. Но все же одна из самых необычных находок – раннеславянская постройка, которая когда-то выглядела как полуземлянка. Находки еще требуют изучения. Например, найденный небольшой погреб, пол и стены в нем обшиты досками. Почему он имеет такую непривычную конструкцию, вытянутый и пятиугольный, ученые пока не выяснили. Многим известно, что некогда на части территории современного Буденновска находился город Маджар, столица могущественной Золотой Орды. Недавно археологами здесь был обнаружен интересный объект – мощеная дорога. Археологи предполагают, что, возможно, эта дорога была частью Великого Шелкового пути из Китая в Европу. Точная ее протяженность пока неизвестна. Объект на зиму засыпан грунтом. Она состоит из нескольких слоев, а значит, подвергалась ремонту и была весьма важной для людей. Как отмечает директор краеведческого музея села Просковея Юрий Обухов, в Западной Европе мощеные дороги появились только в XVI-XVII веках, а на Руси их мастили бревнами. Да и в золотоордынских городищах пока их не было обнаружено. Вдоль дороги нашли руины здания, по-видимому, принадлежавшего важному человеку, так как на фрагментах изразцов, найденных здесь, присутствует мозаика, привезенная, скорее всего, из другой столицы Золотой Орды – Сарая. Археологи нашли и другие любопытные артефакты – украшения для седла в виде дракона с жемчужиной в зубах, а также несколько монет. После изучения всех обнаруженных предметов и объектов специалисты направят отчет в Институт археологии Татарстана. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Санкт-Петербурге 25 февраля состоится открытый семинар «Лады Ведуньи. Память рода». Семинар полностью посвящен практикам. Родовая память – это знание, которое хранится в нас на генном уровне и содержит полную информацию о всех наших предках. На семинаре будут даваться ключи к тайным хранилищам родовой памяти. Любая информация, поступившая извне, теперь будет обрабатываться на уровне души, и вы сможете распознавать и отличать правду от кривды. Длительность семинара – 4 часа. Вход свободный. Оплата только за аренду зала. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Санкт-Петербурге 26 февраля состоится фестиваль «Хороводы России-2017». Вход свободный. При условии предварительной регистрации на сайте хоровод2017.ru. Хоровод – это самый распространенный и самый древний вид русского танца. В нем отразилась широта и удаль славянской души. В программе фестиваля 3000 человек в хороводах, 30 участников культурной программы при участии терем-квартета, 100 различных игр и забав в течение дня, 20 больших самоваров и чаепития, ярмарка, мастер-классы, поделки, подарки, угощения, 23 сообщества по изучению традиционных народных культур. Приходите сами и приводите своих друзей. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Вторник, 14 февраля. «Жемчужное царство. Утраченная цивилизация». Автор-сказитель Дмитрий Ефремов. Среда, 15 февраля. «Колесо баланса в жизни женщины». Автор-сказительница Юлия Ковалева. Четверг, 16 февраля. «Астральные паразиты. Как защититься?» Автор-сказитель Александр Жаров. Начало эфиров в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в
сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Все нужно, все важно.